інвестиційний банкінг, європейські чемпіонати з вейкбордингу, українські чемпіонати з вейксерфінгу. Денис Копилов у нас у студії, фотохудожник National Geographic. Доброго ранку. І це неймовірно. Прекрасно. Розкажіть, будь ласка, як так сталося, що в вашому житті з'явилася фотографія, фотовиставки? І не просто маленькі фотографії, а масштабні фотографії. Так. Так получилось, что я всю жизнь занимаюсь инвестиционным бизнесом, и в какой-то момент времени у меня произошло выгорание, психологическое выгорание, которое так получилось, что я вылечил фотографии. Я просто начал фотографировать макрофотографии, заниматься там цветочки, там бабочки, какие-то красивые виды. Потом начал ездить по всему миру, фотографировать животных, соединяться с ними в их, естественной среде обитания. Антарктида, Арктика, класс. Африка, Папуа-Новая Гвинея, Бразилия, ну и так далее, и так далее. И вот фотография, она меня излечила внутри. Она как бы дала очень много энергии. Поки ви будете розказувати, я покажу вам. Друзі, будь ласка, зверніть увагу, це фотопроект, який присвячений Прип'яті. Так? Да, Чорнобилю, Прип'яті. Чорнобилю. І тут, дивіться, тут видно про те, що є хатинка, ось місцевий житель, але тут фотографія фотографії. І тут видно навіть із сафарі, наскільки я розумію, жираф. По кольорам так підібрали класно. Дуже круто, так. Да. У меня возникла такая идея. Я много ездил по миру, фотографировал животных, и у меня возник проект «Между двумя полюсами». То есть я очень много его показывал. Фотографии из этого проекта были изданы в National Geographic, в электронной версии National Geographic. 8 фотографий попало туда. И в какой-то момент времени я почувствовал, что эти животные со всего мира, которых фотографировал, что они как будто бы живут в Чернобыльской зоне. Это такое странное... такое предположение. Да, предположение. Почему? Потому что я много десятков раз был в Чернобыльской зоне, фотографировал там животных. Там бегают стада оленей, там лоси, медведи, рысь, кони Пржевальского. Даже есть стадо диких коров. Ух ты! Прям удивительное. И увидев это все многообразие жизни, я понял, что это надо показать миру. А как показать миру? Мир заинтересован в том, что у него есть. Так. И тогда я придумал, что всех животных со всего мира, которых фотографировал, надо поселить в Чернобыльской зоне. Теперь возникает вопрос, как? Я распечатал на плакатах 2×3 метра фотографии животных, привез в Чернобыльскую зону, ставил в разных локациях таких знаковых зон, или возле реактора 4-го, или там в домах у самоселов, в порту. Тобто кожна фотографія знайшла свій куточок в Чернобыльской зоні, так? И таким образом я хотел показать многообразие мира, животного мира, который живет в зоне, а как будто бы зона тоже живет в мире. Потому что для меня... Складно. Да-да. Это философия. Да-да, это философский проект очень. И он направлен на то, чтобы исцелить вот это отношение к зоне в Украине, в мире, соответственно, изменить отношение к Украине в мире вообще. То есть вы так глобально підійшли до цієї теми, насправді. А коли ваше хобі переросло в професію, був якийсь переломний момент, коли ви вирішили подорожувати світом і поєднувати одне з одним? Когда, да? Да, коли це сталося? Емоційне вигорання було, потім ми почали фотографувати. А коли хобі переросло в професію? Для мене, якщо так уж чесно сказати, взагалі хобі і професія – це одно і те ж. Ага, клас, робота в задоволенні. Це ідеальна модель життя. Я так живу і всю життя жив, і сподіваюся, що буду тільки так і жити. Поэтому там даже сложно сказать, если ты занимаешься инвестиционным бизнесом, да, и вдруг там вплелась какая-то поездка, ты поехал туда, фотографировал, потом у меня было много статей в журналах, я сотрудничал с журналами разными, писал статьи, стал чуть-чуть журналистом, потом... Тоді с минулым святом, колем. Да. Его ще святкуете сьогодні, журналиста, так.
То есть у меня там десятки публикаций в журналах разных. Вот, я подавался в World Press Photo, участвовал в этих конкурсах и так далее. И получается, что вроде бы, то есть, сложно понять, что такое профессия, что такое не профессия. Так. Это все является частью твоей жизни. Ну, вот я так живу. І це прекрасно. Є інформація також, що є великі картини, так, які домальовуються. Угу. І домальовуються вашим найголовнішою людиною в житті, мамою. Да. Як вийшов цей творчий тандем? Опять же, это абсолютная случайность, которая абсолютная не случайность. Я много лет занимался психологией еще, то есть это вот порядка 20 лет я занимаюсь глубинной психологией, разной нетрадиционной, традиционной. И вот отношения с мамой — это один из важнейших вообще, столбов, на которых, которых стоит личность. То есть это вот прям основа основ. И для меня было важно, как это даже произошло. Я не думал об этом, но просто в какой-то момент времени у меня вдруг пришло такое ощущение, что моя мама должна дорисовать какие-то мои работы. А это она так... вміє це робити? Ну, вміла? Она художник. А, прекрасно. Она художник. И я ей предложил, это был проект, посвященный племени Яванава из Амазонии, такие бразильские индейцы. Я предложил ей дорисовать свои работы, она это сделала, и в этот момент я пережил катарсис. Ну, такой внутренний, класс. Это как слияние с одним из важнейших элементов своей жизни. Ну, потому что мама, что может быть класс. Важнее, да? И... теперь я вот уже там третий проект делаю с мамой. В частности, она помогла мне реализовать проект «Мутация», угу. который в составе проекта «Ковчег Чернобыль», который сейчас вот выставляется и в Припяти, и будет в музее Шевченко. Есть такой субпроект «Мутация». Суть этого проекта заключается в том, что те именно работы, которые были в Чернобыльской зоне, которые снимались как фотография, они подверглись воздействию радиации и показали обратную сторону, такую спрятанную сторону, вот изнанку, что называется, этих фотографий, которые соединяют эти фотографии с человеком. Ну, то есть как будто бы очеловечивают животных и интегрируют их в человеческую жизнь. Так. И вот появился такой проект «Мутация», который мы сделали с моей мамой, когда я просто отдал ей свои полотна, на которых были фотографии, которые прошли Чернобыльскую зону. И она там дорисовала эти фотографии, и получилось такое вот... Ну, вы доверяете полностью маме, когда она домальовує? Чи є якісь корективи, які ви вносите? Ну, я задаю как бы направление. Я говорю, вот я хочу увидеть, там у меня есть пингвины, например, которые снимались возле арки. И я почувствовал, что они должны быть там 33 богатыря. Класс. Я говорю, слушай, мама, я хочу, чтобы они стали 33 богатыря. И вот она дорисовала их, Вы сказали слово катарсис у вас. Да. А как мама відреагувала на пропозицию домальовывать? Ну, сначала было некое такое сопротивление, типа, ой. Боялась? Боялась. Но потом, когда это произошло, когда у нас уже там в национальных музеях совместные выставки, естественно, что это дает ощущение. Ну, я как мама скажу, что просто иногда за детей, знаете, гордость, а тут еще и доручают такую справу, яку бачат в усьому світі, это дуже круто, насправді. Да. Ну вот я то же самое вот это круто пережил. И тогда получается вот вопрос, да, профессионально, непрофессионально. Это вообще вся жизнь — это про жизнь, да, и когда мы профессию выбираем или когда мы что-то делаем, мы всегда идем вглубь себя и работаем с этими глубинными нашими позывами, зачастую там какими-то узлами неразрешимыми, которые там помогает профессия разрешить. Поэтому для меня это, это как такая глубинная внутренняя терапия. Класс. Вот. Ну, це так. Робота в задоволенні. Да. Ура по тілу. Денис,
На жаль, приходить той момент, коли ми повинні завершувати прямий ефір, і хочеться, от, напевно, попросити. Відчувається, наскільки ви сконцентровані, і наскільки ось ці 20 років психології вам дійсно допомогли. Чи є якісь поради, які б ви хотіли зараз сказати на всю Україну? Адже, ну, найголовніше – це те, що немає нічого неможливого, і ви це довели з власного досвіду. Ну, нет ничего важнее, чем чувствовать. Дело в том, что в нашем таком левополушарном мире, да, все, что касается правого полушария, ну, отставлялось мозга, я имею в виду, отставлялось как бы на второй план женское проявление, чувственное проявление, взгляд вглубь себя, ну, отставлялось на второй план. То есть важно достижение там реальные, в реальном мире, сколько денег, да, забывали. И получается, что таким образом человек, ну, крадет у себя, наверное, одно из самых важных вообще элементов, что, ну, что у человека, да, да, именно, что у человека есть. Поэтому для меня вот это вот познание внутреннего удовольствия является, ну, таким важнейшим элементом, и я хочу людям пожелать, чтобы они занимались своим внутренним миром, своим удовольствием. И есть еще, ну, такой вот интересный пример, который бы хотел поделиться. Я когда-то ребенка одного спросил, говорю, а как ты относишься, ну, девочку маленькую, как ты относишься к тому, что ты создана для счастья? Это питание. Да. А она такая, это очень странный вопрос. Дело в том, что детей с детства не учат тому, что они созданы для счастья. Учат тому, что они созданы для того, чтобы что-то делать, чего-то добиваться, оценки и так далее, и так далее. А вот то, что внутреннее счастье является, ну, главным элементом жизни, ну, класс, люди забывают. Порада. Поэтому я вот желаю, как, типа, ну, понять і почувствувати, що кожен людина на землі создан для щастя. І це геніально. Супер. І це прекрасне завершення нашого ефіру. Дякуємо вам. Нагадаємо нашим глядачам, що в нас був Денис Копило, фотохудожник. Ви зараз подивилися дуже пізнавальне відео, яке ми зробили спеціально для вас, але робили з любов'ю на нашому каналі «Правда тут». Обов'язково підписатися, бо з любов'ю зробленого матеріалу там ще багато. А я вам нагадаю, що там є дзвіночок, який, коли ви натискаєте, нагадує вам, що з'явилось нове відео з новим гостем, з новою інформацією. І вам обов'язково варто його подивитись, тому що ми готуємо лише найкраще і лише для вас. We'll be right back.